Здравствуйте! Сегодня мама расскажет о болезни птичек. Смотрите видео, жмите колокольчик. Всем пока! Смотрите, какая замечательная штука. Очень мне нравится этот возраст. У них они еще в пушке, но уже у них перышки такие. Более... Ну вот куда свиньи так прутся? Вот прям по соседям пройдись. Кровь из носу надо. И вот они вот лежат такие классные. Кто-то у кормушечки, кто-то у поилочки. Такие они хорошечки. Мне очень нравится. Кстати, вода заканчивается, да? Надо водичку им дать. А это слонопотамы, да? Привет. Партия скоро в забой идет. Ну, что ты так присел, расстроившись? Так и есть. Ничего не поделать. Жизнь она такая. Брюхи. Вот на этом брюхе и возникает эдномин. Если птица очень тяжелая, то она может абсолютно четко отбить себе брюхо, живот. Потому что сетка ей, конечно же, не очень сильно комфортна. И она плюхается, когда у нее не такие стойкие крепкие суставы, недостаточно кальция. Это не только выражается в разъехавшихся лапах зачастую, но еще это иногда выражается в том, что она плюхается с размаху на живот, на сетку. Я покажу вам, что получается в итоге и как с этим бороться, что называется. Вот, друзья, уже начала разделывать и разрезала специально этот намин, ну, чтобы убрать его. И вот хотела вам, вспомнила, что хотела показать. Вот так выглядит намин. Видите, синячина какая? Именно вместе киля, хотя у этой курицы очень крупная грудь, покатая, и все у нее нормально. Вот так. Вот смотрите, она одна, в принципе, из вот партии почти 200 штук. Вот такая вот получилась. И, кстати, она крупная. Ну вот, посмотрим на эту курицу. Это та самая гематома, которую я вырезала из груди. Вот что получилось. Вся эта вот эти жилки красные, все ушло. Видите, весь синяк. Я сразу покажу вам вот печень от этой курицы. Это столько жира. И сердце. Еще момент. Так, сейчас взвесим курицу, уже потрошенную. Так, сколько она у нас весит? Ну, вот видите, почти 3 килограмма. Я так и знала, что она будет больше, чем наши все остальные. И видите, вот вам особенности. Намин она совершила в свои 3 килограмма, она плюхалась на такой вот синячину. И, по-моему, где-то около 100 я уже сделала куру, это первое с намином. Значит, не особенность яйца, и киль не торчит. Вот именно вот такая вот, вот такой поросенок здоровый. Ну, она, я думаю, что она будет очень вкусная, потому что она, посмотрите, какая и желтая, и все на свете. Толстуха. И жирненькая. Сегодня мы с вами обсудим одну из важнейших тем. Давно хотела с вами ее обсудить, но мне никак не было образца, так скажем, для обсуждения этой темы. Это глубокая миопатия грудных мышц. Значит, зеленомышечное заболевание, по-другому оно называется, и у меня есть образец. Вот, друзья, посмотрите, эта тушка ничего не предвещала беды, была очень хороша. До тех пор, пока вы не решили для клиента рассечь ее на две части и увидели здесь вот такую ситуацию. Атрофия грудных мышц или некроз ткани. Так, чем он вызван? Значит, первое и самое неприятное заключается в этой ситуации в том, что мы с вами не узнаем о том, что мясо здесь зеленое, до тех пор, пока не начнем эту птицу разделывать. В разделку она идет, не предвещая беды, что называется. И в итоге мы видим вот этот вот жесткий абсолютно слой малого филе. Связан он с тем, что здесь наблюдается некроз тканей. Вот вы это, я думаю, что видите.
Значит, разберем с вами причину этого некроза ткани. Эта ситуация складывается в основном у бройлеров, бройлерной птицы с большим весом. То есть это бывает у цыплят, но более редко, чем у взрослой птицы. А почему в магазине реже встречается такое мясо? Потому что там бройлеры не достигают такого размера. Бройлерная птица имеет особенность, ну, как нам всем с вами известно, эта особенность заключается в очень большой грудной мышце. Вот она. И вот этим вот некрозом тканей эта птица платит за свою большую грудь, что называется. Вот эта филейная часть – это большая грудная мышца. Вот здесь проходит мышца, которая в ответе за взмахи крыльев. Понимаете, да? При этом мышца, которая отвечает за взмах крыльев, зажата грудной мышцей настолько плотно, что эта мышца пережимается и не имеет возможности расширяться при движении крыльев. При движении крыльев эта мышца должна увеличиваться в объеме на 20%. До 20% она может увеличиваться. Но так как ее держит очень плотный корсет из вот этой грудной мышцы и мембраны внутренней, ситуация заключается в следующем. Кислород не поступает к тканям в достаточном количестве, потому как эта мышца пережата, и при взмахе крыльев, и при нехватке кислорода в ткани, в тканях этой мышцы, получается, что ткани не получают достаточного количества кислорода, там начинается отмирание, это и есть некроз ткани. То есть, грубо говоря, птица имеет зеленое мясо, потому как это отмершая мышца, которая отвечает за взмахи крыльев. Как мы можем с вами обезопасить себя от такого мяса? Никак. Мы с вами в жизни не узнаем, мы потеряем клиентов, мы потеряем имя, может быть, или все что угодно. Но, к счастью, это встречается не так часто. Значит, что мы можем сделать для того, чтобы иметь минимальное количество птицы с таким вот дефектом? Спокойнее ходить по курятнику, не пугать птицу ни в коем случае. Никаких резких звуков, никаких пугливых вот этих вылавливаний перед забоем. Посмотрите, мясо даже вот так, другого цвета, оно более плотное. Это маленькая филейка, вот она зеленая вся. Вот так. То есть минимизировать движение птицы в виде взмахов крыльев, для того, чтобы эта травма не сопутствовала нашей птичке крупной постоянно. Склонны к этой травме больше, внутренней травме, петухи. Но это и естественно, у петухов эта мышца, ну, как бы развита значительно сильнее, да, серьезнее. Мясо это есть можно, но вы его не будете есть. В общем, можно его отделить от обычного, от нормального мяса. Вот, и нормальное мясо потреблять спокойно. Эта травма не возникает единовременно, то есть она возникает не сразу. По первости будет вот такой вот капиллярный кровоподтек, что называется. То есть недели две до забойного периода вот эта травма выглядит как кровоподтек, и потом она, как обычно, синяк, в общем-то, синеет, зеленеет, цветнеет, и вот начинается вот этот вот некроз тканей. Самое печальное, что на поведении птицы это никоим образом не отражается, и, соответственно, вы не можете заранее знать, есть у нее какой-то дефект или нет. Птица, как обычно, если вы продаете тушку, вы можете спокойно продать это мясо своему клиенту, и ничего не предвещает беды. Но, к сожалению, люди... И мы с вами в том числе не занимались бы, если бы птицы не знали даже, что это абсолютно обычное явление, и платим мы за большой размер груди именно вот такими вот дефектами. Какие-то ученые, некоторые, склоняются к тому, что это генетическая предрасположенность бройлеров вот так сыграла важную роль в том, чтобы возникали вот эти некрозы ткани грудной мышцы. Вот. Некоторые считают, что это исключительно из-за движения крупной птицы крыльями, она машет, и возникает вот этот вот некроз. Когда говорят, что вы уплотнили посадку бройлеров, да, или вы там нарушили еще что-то, в плане того, что бройлеры должны свободно бегать по зеленой травке, хлопать ушами и крыльями, и это нормально и естественно. И у нас был такой подписчик, не знаю, подписчик или просто зритель, если честно, у которого была такая проблема, и при вопросе, каким образом он содержит птицу, он отвечал: выгульно.
Вот тебе эта птица активная, которая при большом наборе веса, если, кстати, вес при выгульном содержании приличный и набор большой, имеет все шансы быть с некрозом мышц, грудной мышцы. Вот с таким зеленым мясом. Ну и все, друзья, спасибо за просмотр. Я раскрыла эти две темы так, как могла их раскрыть. А сейчас под конец немножечко улыбнемся. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Зебра там живет ручная, да затенится такая. Зебра песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, в них скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд. Слуги зебры устигут. Мам, как открыть? Ты закрыла? Да нет. Ну ты закрыла. Самой. И как мы теперь открывать будем? Нет, так не будем. Ядра чистые изумруд. Слуги белку стигут. Зебру. Да и зебру. Хорошо. Давай-ка вот в домике, там белка. Да, как хорошо. Пусть будет в домике белка. У нас просто нет белки, да? Угу. Ну ладно.